В средней школе номер 4 состоялось торжественное закрытие военно-полевых сборов, которые длились в течение 5 дней. Будущие призывники сдавали нормативы по физической, тактической и строевой подготовке, а также получали основы военных знаний. Я хочу обратиться к преподавателям, которые на протяжении всех 5 дней были вашими верными наставниками, друзьями, соратниками, которые личным примером помогали и пока демонстрировали вам, как необходимо осваивать дисциплины и сдавать нормативы. Ну, наверное, действительно, увесистая стопка грамот свидетельствует о том, что ваша работа тоже выполнена на отлично. Спасибо вам большое. Елена Владимировна вручила грамоты педагогическому составу за отличную подготовку юношей и военному комиссару Новошахтинской и Родионова Несвитайского района Александру Анатольевичу Майкову. При сдаче нормативов среди старшеклассников определились лучшие, кто смог стать первым. Именно таких ребят наградили грамотами за высокие результаты и волю к победе. Некоторые юноши получили не по одной грамоте. Для этих ребят весенние военно-полевые сборы завершены. Будущие призывники хором спели гимн России и прошли строем. Если исходить из того, что юноша должен готовить себя к защите Отечества с малых лет, вот, а сейчас у нас уже ребята уже достигли достаточно зрелого возраста, и то количество грамот, которые мы сегодня выдали нашим участникам сбора, говорит о том, что и волевые качества присутствуют, и физическая подготовка на должном уровне. Считаю, что цели, которые были поставлены, достигнуты. И ребята, побыв 5 дней в полевой военной форме, немножко ощутили и теперь имеют представление, что их ждет во время службы в армии. Дети занимались огневой подготовкой, строевой, физической подготовкой, военно-медицинской, тактической. И ребята выполнили успешно. Вы видите, что у нас были что на первом дне и второй день, это и последний день, это совсем другие дети, которые почувствовали, что такое военная служба. И думаю, что ребята, которые сегодня у нас сборы прошли, будут достойно находиться или служить в вооруженных силах России. Благодарю за службу! Службу Российской Федерации! Поздравляю вас с окончанием военно-полевых сборов!